Здравствуйте, уважаемые зрители. В 17 часов 30 минут московское время. Начинаем наш внутренний анализ по валютному рынку. С вами, как всегда, Василий Петков. Вижу ваши плюсики, понимаю, что все нормально с трансляцией. Начинаем тогда наш обзор. Открываю свой рабочий стол. И давайте посмотрим, есть какие индикаторы, что должно было бы опубликоваться после вчерашнего обзора. И, конечно, что у нас впереди. Открываю наш Форекс-календарь, аналитика Форекс, календарь событий от FX Street. Давайте посмотрим, какие индикаторы, что у нас в календаре. Так, это неделя. Сегодня уже вторник. Еще один раз, это неделя. Тут очень много праздников. Значит, ага. То есть рано утром были опубликованы индикаторы по Японии, денежная масса. Видно, что значение повышается по сравнению с предыдущим, выше ожидания. Это некий хороший сигнал практически для японской иены. Конечно, этот индикатор имеет второстепенный характер. Торговый баланс по Австралии достаточно хороший, я его рассматривал. Видно, что и экспорт, и импорт увеличивается. Да, дефицит практически чуть больше, чем предыдущее значение, но важно, что и экспорт, и импорт увеличивается, то есть торговая активность увеличивается. Плюс я рассматривал с целью детально этот торговый баланс. Оказывается, что все компоненты достаточно хорошие. Единственное, идет снижение, сильное снижение по экспорту золота. То есть из-за снижения экспорта золота практически вот это число финальное является дефицитным. Если бы экспорт золота не снижался, то число было бы чуть лучше. То есть видно, что интерес к золоту снижается. Мы говорим, что вспоминаем наши видения, нашу аналитику по золоту, которую мы рассматриваем последний год или даже последние, грубо говоря, два года. И видим, что там практически торговая активность снижается, идет уже некая вялость при торговле по золоту. И видно, что даже и на экспорт это влияет. Что у нас было опубликовано после этого? Индикатор по Китаю, который был лучше предыдущего значения, то есть идет повышение этого индикатора в сфере услуг от HSBC банка. Эти индикаторы повлияли положительно в известной степени рано утром на австралийский доллар, новозеландский, оказали некую маленькую поддержку. Но чуть попозже я хочу озвучить другую важную информацию. Смотрим на европейские индикаторы, которые были опубликованы до обеда. Сектор услуг от маркета, то есть индекс деловой активности в секторе услуг от маркета за декабрь. Испания идет повышение, Италия идет снижение, то есть то, что мы обсуждали в конце прошлого года. Вот Испания начала выходить из экономической стагнации, вот Италия снова нырнула, то есть снова начала ситуация у них ухудшаться. Но здесь есть такой положительный момент. Видно, что и во Франции впервые за последнее время идет существенное, мы видели, что шло существенное ухудшение, всегда вот эти числа были ниже 50, а вот сейчас впервые у нас за последние несколько месяцев достаточно хорошие индикаторы по Франции, то, что действительно радует. Хороший индикатор вышел и в Германии, и общий в еврозоне достаточно хороший. Он ниже ожиданий, но выше предыдущего значения. Смотрим на гистограмму. То есть видно, что сфера услуг начинает свое поэтапное восставление в еврозоне. Вот общий по еврозоне. Видно, что как будто идет такая вероятность о развороте вот этой нисходящей тенденции. Это будет хорошо, если действительно поэтапно здесь сформируется как минимум некое дно, которое будет выше 50. То есть видно, что первые такие положительные сигналы в еврозоне появляются. Посмотрим, что у нас будет в первой половине этого года. Зато по Британии ситуация немножечко ухудшается. Резкое снижение индикаторов в секторе услуг.
Если мы посмотрим на гистограмму, вспоминаем, что он раньше был достаточно мощным, доходил до 60 в конце 2013 года, сейчас идет четкое ясное снижение. Этот индикатор сегодня разочаровал инвесторам, и практически видно, что фунт резко снизился при публикации этого индикатора. Плюс отчет Банка Англии об условиях кредитования не был очень хорошим, по моему мнению. За третий квартал 2014 года идет снижение кредитования, то, что практически ограничивает финансовые потоки в любой стране. Соответственно, и это повлияло достаточно в известной степени к этому индикатору негативно на фунт. Плюс видно, что при аукционе гособлигаций в Британии 10-летние гособлигации практически существенно выросли, соответственно, ставка снижается, и по сравнению с предыдущим аукционом это на 60 базисных пунктов снижение, то есть ключевая ставка сейчас по 10-летним облигациям на уровне 1,62,2. Видно, что идет сильное снижение, это, конечно, давит на валюту. Несколько индикаторов второстепенных были опубликованы сегодня по Канаде, идет и по ним снижение. Это не очень хорошо в долгосрочной перспективе для канадца. Эти индикаторы сегодня имеют второстепенное значение. Ключевые индикаторы на сегодняшний день, по моему мнению, по США, это индекс деловой активности в сфере услуг от ISM института, который опубликуется через 23 минуты, и производственные заказы за месяц ноябрь. Вот эти два индикатора могут существенно повлиять на доллар внутри дня, подчеркиваю, внутри дня в краткосрочной перспективе. Не думаю, что они могут существенно повлиять на доллар на этой неделе. Почему? Потому что вспоминаем, что завтра среда, вечером публикуются протоколы или минутки от декабрьского заседания ФРС. Давайте посмотрим, что у нас публикуется завтра. Несколько второстепенных индикаторов по Новой Зеландии, индекс активности в сфере услуг, более такой значимый индекс товарных цен тоже в известной степени. Я говорю второстепенное, почему? Потому что сегодня должен опубликоваться индикатор, который учитывает цены на молочную продукцию, он намного более сильно более значимый для новозеландца по сравнению с этими двумя индикаторами. Соответственно, по моему мнению, ключевые индикаторы на этой неделе по новозеландцу публикуются практически сегодня. Идем дальше. Завтра розничные продажи по Германии, заседание ЕЦБ. Я не знаю, что за заседание это будет, но если есть некая конкретика по монетарной политике, будьте начеку. Второстепенные индикаторы по Британии. И вспоминаем, что именно завтра, кроме немецкой безработицы, публикуется в 13.00 по московскому времени инфляция в еврозоне. Это первая оценка, предварительные данные. Эта оценка сейчас может сыграть ключевую роль для европейской валюты. Почему? Видно, что по ожиданиям у нас в годовом выражении практически нулевое значение. Давайте посмотрим, если и в других календарях действительно у нас такие ожидания. Здесь видно, что тоже в годовом выражении нулевое значение. Смотрим на гистограмму. Практически это будет впервые некое такое нейтральное нулевое значение, если действительно выйдет по факту за последние 5-6 лет. То есть это уже действительно угроза от дефляции. Если у нас по факту выйдет нулевое значение или ниже нуля, вот какова ситуация, схожая с финансовым кризисом, который разразился по всему миру и практически эффект в Европу перенесся в 2007-2008-2009 году. Вот такова ситуация практически с точки зрения монетарной политики может сейчас появиться. Да, экономическая ситуация практически намного лучше по сравнению с этой впадиной, но для монетарной политики это некая такая схожая ситуация. Будьте начеку. Лично, по моему мнению, этот индикатор является ключевым на этой неделе. Если это было понятно, ставим свои плюсики. Конечно, по Швейцарии обращаем внимание на валютные резервы. И до конца следующего дня, то есть до нашего следующего обзора, публикуется торговый баланс по Канаде и изменение числа занятых от частной агенции ADP по США. Мы знаем, что этот индикатор в известной степени является опережающим по безработице, которая публикуется в пятницу. Если значение хорошее, это позитив для доллара. То же самое и по торговому балансу для канадца. Обращаем на первом месте внимание на экспорт.
Неважно, если здесь значение будет профицитным или дефицитным, все равно они около нуля движутся в последнее время. Для нас важно, как будет развиваться экспорт. Увеличение экспорта хорошо для канадца, снижение экспорта, конечно, плохо для канадского доллара. Но еще раз хочу подчеркнуть, уважаемые зрители, потому что мы потихонечку перейдем к графикам. Имейте в виду, что этот индикатор по инфляции может сыграть ключевую роль для валютного рынка не только на этой неделе, но и в ближайшее время. Если у вас сейчас конкретные вопросы по макроиндикаторам, пишите в чате. Если у вас некие вопросы, читаю чат. Конечно, если вопросов нет, ставим свои плюсики и мы переходим к графикам. Семенов Александр, нет ни звука, ни изображения. Контроль плюс F5. Спасибо, Сенцов Евгений, что вы написали в чате, что нужно сделать, если трансляция у кого-то виснет, если нет звука. Это контроль плюс F5. К сожалению, я не могу ничего написать в чате. Не знаю, почему у меня не получается. Но вам огромное спасибо, Сенцов Евгений. Вижу, что только одни плюсики идут. Я тогда закрываю свой Форекс-календарь и переходим к графикам. Начинаем с долларового индекса. Вот как выглядит долларовый индекс. Он перевысил вот этот уровень 90, вышел из этого диапазона. Мы об этом говорили, что скорее всего этот уровень будет пробит. То есть здесь произойдет некий прорыв, будет повышение. Ориентируемся на вот эти ориентировочные вершинки здесь, которые практически доходили раньше до уровня 92-92.50. Но рано или поздно в этом году этот рост остановится и здесь будет тестирование сверху вниз вот этого ключевого уровня. Это ни в коем случае не значит, что нужно шортить американский доллар. Это полное безрассудное решение при такой хорошие статистики по США, при ужесточении монетарной политики в США, играть против доллара, по моему мнению, неграмотно. Но это значит, что в ближайшее время, в долгосрочной перспективе, мы смотрим график на недельном фрейме сейчас, можно рассматривать возможность для закрытия длинных позиций по американскому доллару. То есть это лишь мое мнение. В течение этого первого квартала будет хорошая возможность, то есть говорю, в течение первого квартала 2015 года будет хорошая возможность для закрытия длинных позиций по доллару. И ни в коем случае я бы никогда не торговал против американского доллара в ближайшее время. Подчеркиваю, при такой хорошей статистике экономической в США и при ужесточении монетарной политики. Если это было понятно, ставим свои плюсики. Соответственно, рано или поздно вот этот прыжок вверх ограничится, он замедлится, развернется и откуда-то будет снижение вниз. Будет снижение вниз, которое снова протестирует, грубо говоря, вот этот уровень 90, там 90,5 и так далее. То есть нужно искать, когда сформируется вот эта вершина в любое время и при начало вот этого движения искать возможность для закрытия длинных позиций. Потом, конечно, рано или поздно снова будет хорошая возможность для покупок. По моему мнению, на сегодняшний день остается такой сценарий, но так как европейская валюта в основном формирует долларовый индекс, то есть, грубо говоря, 57-60% долларового индекса приходится на евро. Мы должны учитывать, что именно евро и ситуация в еврозоне сыграет ключевую роль для долларового индекса и, соответственно, для американского доллара. Если евро будет слабеть против американского доллара, то индекс будет и в дальнейшем существенно идти вверх. Если евро ограничит свое падение, то здесь тоже произойдет замедление. По моему мнению, в текущей ситуации видно, что слабость европейской валюты предоставляет рост американскому доллару, который заметен и чувствуется по всем основным валютным парам. То есть в основном у нас идет снижение европейской валюты, поэтому доллар во всех парах
достаточно стабильно себя чувствует. Переходим к европейской валюте. То есть в ближайшее время ситуация по европейской валюте определяет в основном движение долларового индекса и определяет в основном ситуация на валютном рынке. Что у нас есть? Я вчера говорил, я пока еще не буду снижать вот эту границу вот этого диапазона до среды, до публикации инфляции в еврозоне. То есть завтра, давайте еще одну вот такую линию поставлю. До завтрашнего момента я оставляю вот этот диапазон, получается 12.00 по московскому времени. Так, давайте поменяем формат вот этой линии, чтобы мы понимали, что рано или поздно. То есть до вот этого момента я оставляю вот этот диапазон. Давайте на часовом времени или синюю линию, да, сделаю сплошную. До вот этой линии я оставляю вот этот диапазон. Нижний предел 1.18, где-то там 20 приблизительно. После этого, как я вчера говорил, давайте посмотрим на эту инфляцию и увидим, какова выйдет по факту инфляцию и какие выводы можно сделать по европейской валюте в ближайшее время. При негативной инфляции в краткосрочной перспективе мы можем спокойненько спуститься до вот этой предыдущей впадины, по моему мнению. Мы сейчас ее найдем. То есть мы сейчас уже переписали вот эту впадину, То есть мне нужно открыть, давайте на weekly frame, то есть вот эту впадину. Оказывается, что это приблизительно уровень 1.16. Рассмотрите более детально дома вот эту впадину, которая сформировалась в конце 15-го, начала 6-го, извиняюсь, в конце 5-го, начала 6-го года. Там есть такие уровни 1.16, 1.16.20, 1.17. То есть приблизительно до этих уровней евро может снизиться в ближайшее время, если инфляция в Европе будет плохой. И, конечно, если вечером минутки в США будут хорошими, безработица в США будет в пятницу хорошей и так далее. То есть я не говорю, что это произойдет там в течение 5 минут. Это теоретически возможно при слабой инфляции в Европе. Если это было понятно, ставим свои плюсики. Конечно, если вдруг ситуация по инфляции в Европе резко развернется и выйдет хорошая инфляция, мы должны уже рассматривать некую возможность для ограничения вот этого падения. Но я думаю, что у нас будет время. Завтра мы прокомментируем инфляцию. Мне лично будет интересно, что будет с инфляцией. Нужно учитывать, уважаемые зрители, что, переходя к календарю, что есть основной индекс потребительских цен и индекс потребительских цен. Мы обращаем внимание на оба индикатора. Почему? Потому что первый не учитывает падение цен на энергоносители, а второй практически вычитывает вот этот эффект, и он показывает нам реальную инфляцию без учета цен на энергоносители. То есть в первый индикатор входят цены на энергоносители. Если первый индикатор будет слабым, а второй будет хорошим, то даже если этот будет около нуля, мы должны детально уже рассмотреть обстановку, насколько вот это падение было из-за падения цен на энергоносители. То есть есть такой момент, что вы хорошо должны понимать сейчас зависимость между этими двумя индикаторами. Так что нельзя просто вслепую рассмотреть вот эти значения, не понимая, что именно стоит за этими индикаторами. Надеюсь, это понятно, это мы не должны обсуждать, потому что на протяжении последних нескольких месяцев мы об этом говорили. Так что здесь ничего нового нет. Я открываю снова наш график. И что хочу сказать, уважаемые зрители, если инфляция в Европе будет плохой, не только из-за падения цен на энергоносители, а в общем инфляция будет снижаться, появится угроза от дефляции, то тогда мы должны понимать, что в конце месяца Европейский центральный банк во время своего заседания может запустить серьезную программу по количественному смягчению. Если это произойдет, уровень 1.16 будет переписан, произойдет снижение. По моему мнению, есть возможность снижения до уровня 1.06-1.08, вот практически до
вот этих впадин здесь 1.06, 1.07. Я буду их считать фундаментально, насколько они вероятны, но это может произойти только при серьезной программе по количественному смещению в Европе. Если этого не будет, скорее всего, здесь мы где-то остановимся и потихонечку начнется некий боковик. Соответственно, завтра обращаем внимание на инфляцию, делаем выводы. Пока трудно гадать, я просто рассмотрел несколько сценариев. Соответственно, все это влияет на остальные валютные пары. Слабая статистика по Британии в известной степени уже оправдывает вот это снижение, которое у нас произошло ниже вот этого диапазона. Лично, по моему мнению, тут нужно обратить внимание и на заседание Банка Англии, которое будет в четверг. При негативной риторике предыдущие впадины 1.48 вполне достижимы. Австралийский доллар, он практически сегодня утром нашел некую поддержку на фоне хорошей статистики по торговому балансу и на фоне хорошей статистики по Китаю. Но это имеет некий краткосрочный эффект. Австралийский доллар иногда спит, иногда очень быстро движется. Здесь пока еще трудно гадать, что произойдет в краткосрочной перспективе по австралийцу. Почему? Потому что не было никакой важной статистики пока еще по США. Первая неделя текущего года, второй рабочий день. Трейдеры пока еще спят, скорее всего, после Нового года. Ну, конечно, в шуточной форме. Имейте в виду, что только что начинается валютная торговля. Так что здесь пока еще рано гадать, что может произойти. Новозеландский доллар еще один раз пытается пойти вверх, то есть движение в этом канале вниз-вверх. Тоже в известной степени это будет зависеть от силы американского доллара. Давайте посмотрим, если статистика по Новой Зеландии была опубликована, потому что она обычно в это время публикуется. Цены на молочную продукцию. Ну, идет рост. Видимо, вот этот рост на 3,5%, который у нас, я знаю вот эту гистограмму, видно, что второй столбик, который выше нуля за последнее время, второй столбик, который выше даже предыдущего, видимо, это оказало 4 минуты назад поддержку новозеландцу. Открываем на мелком фрейме, что у нас есть. Давайте посмотрим, как повлиял этот индикатор на новозеландский доллар, лучше на 5-минутном фрейме. Вот приблизительно здесь был опубликован этот индикатор. Попытка практически продолжения роста. Но, по моему мнению, вот этот шум, который формируется, он открывает хорошую возможность для открытия сделок по тренду. Давайте я уберу вот эти предыдущие линии, которые уже нам не нужны. То есть у нас идет нисходящий тренд, движение в этом канале. Вот такие прыжки вверх, они открывают хорошую возможность для открытия сделок в направлении тренда. Конечно, по этой формации, когда сейчас идет движение вверх, то есть нужно дождаться вот такого движения вниз. И если это будет в верхней части канала, где-то здесь, это будет хорошая возможность для открытия сделок по нисходящему тренду. Японская иена. Волатильность около ключевых уровней, то есть около вот этого диапазона перепроданности японской иены. Лично, по моему мнению, все вот эти прыжки, которые существуют вверх, они не оправданы на сегодняшний день. Так что рано или поздно иена успокоится. Сейчас, конечно, есть некая волатильность. По моему мнению, мы ее увидим вот до этих уровней 1.10, 1.12 в этом году. Но пока еще здесь рано торопиться делать такие глобальные выводы. Это просто у меня некие предположения. Будем смотреть, что произойдет в этом году. Канадский доллар продолжает свое восходящее движение. Валютная пара доллар, канадский доллар. На этой неделе очень много важной статистики по Канаде. Будьте начеку. Завтра публикуется, как мы уже увидели, торговый баланс и индикатор eBay. В пятницу безработица. Швейцарский франк практически уже находится в этой зоне, в которой я собирался закрывать свои длинные позиции. То есть здесь, на этих уровнях,
я бы уже закрывал свою длинную позицию с целью рано или поздно снова открыть сделку на покупку. Тоже убираю вот эту линию, которая нам раньше показывала, вот эту линию тренда, которая сработала. Хочу ее вернуть. Уважаемые зрители, значит, вы помните, мы рассматривали вот эту линию тренда, которая мы строили в конце прошлого года. Тогда у нас практически график находился здесь. И мы говорили, при хорошей статистике, скорее всего, вот эта линия тренда сработает. Она действительно сработала, но видно, что здесь, я с целью просто ее сейчас верну, что здесь был такой рыночный шум 15-16 декабря, то есть в краткосрочной перспективе произошел такой сбой, ну это конечно в шуточной форме, то есть произошел ложный прорыв вниз, потом сильное движение вверх, то есть линия тренда она сработала. Восходящий тренд. Имейте в виду, что мы когда обсуждаем всякие такие возможности, я когда ориентировочно озвучиваю некие уровни, вы должны понимать, что шум около этих уровней, он вполне вероятен. Нельзя никогда сказать, что если я нарисую некую линию, вот четко этот уровень практически является там ограничителем и так далее. Если это было понятно, ставим свои плюсики. То есть мы тогда даже видели вот эту статистику, у нас были первые попытки до заседания ФРС прорыва сверху вниз, но я все-таки тогда говорил и мы обсуждали, что при хорошей статистике рано или поздно линия тренда должна сработать, движение вверх должно продолжиться, то, что и действительно потом произошло. Евро-швейцарский франк, подходим к ключевому уровню, мне очень интересно, что произойдет, нельзя рассматривать только возможность о развороте и движении вверх. По моему мнению, при слабой инфляции в Европе и если еврозона примет мощную программу по количественному смещению, есть вероятность, что уровень 1.20 будет отброшен. Швейцарский национальный банк не сможет задержать валютную пару на этих уровнях, и здесь произойдет прорыв сверху вниз. Если это было понятно, ставим свои плюсики. То есть есть много энтузиастов, которые на 100% уверены, что уровень 1.20 сработает. Конечно, с большой долей вероятности он должен сработать, но я не исключаю такую вероятность, что при низкой инфляции в Европе, при мощной программе по количественному смягчению в Европе, которая может будет запущена в этом месяце, уровень не сработает и здесь произойдет прорыв. У швейцарского национального банка нет никакой возможности поддержать этот уровень. У них уже теоретически нет никакой возможности противостоять Европейскому центральному банку. Единственная вероятность сейчас, чтобы этот уровень сработал, это если ЕЦБ не очень сильно смягчит свою политику. Соответственно, то, что мы говорили практически в это время, давайте откроем график, когда мы находились здесь в сентябре, в октябре, что момент входа для покупок не наступил, его еще не и видно. Действительно так получилось. Вот я уверен, что очень многие трейдеры ошиблись, и они здесь покупали тогда, приближаясь к этому уровню. И вот что оказалось, что не только что они сейчас теряют, имеют некие мелкие убытки, но они заблокировали свои деньги, если уже не закрыли свою позицию на протяжении вот этого длинного периода. То есть действительно момент входа для покупок, он уже пока еще не наступил. Золото. Находимся в нижней части нисходящего треугольника. Что хочу сказать, уважаемые зрители, на золото в известной степени повлияет риторика по монетарной политике, которая завтра будет в минутках. Если движение, еще один прыжок вверх, грубо говоря, на 50-60 там долларов может произойти, зависит от риторики ФРС, которая будет завтра в минутках. Если нет, потихонечку просто мы будем здесь валяться на этих уровнях.
Почему? Потому что ФРС пока еще не торопится в краткосрочной перспективе с повышением процентных ставок. Соответственно, нет никаких причин для сильного и резкого снижения золота, учитывая, что это уже финальный этаж, о котором мы говорили раньше. Имейте в виду, что вход будет медленным, так что видно, что нижний предел нисходящего треугольника работает, учитывая информацию, которую я сегодня озвучил по Новой Зеландии, а именно, что экспорт золота в Австралии снизился. Мы все-таки видим, что интереса нет к золоту, но и интереса к волатильной торговле по золоту тоже давным-давно исчез. Здесь идет вялая такая торговля. Жду ваших вопросов, ваших желаний в чате. Давайте посмотрим на статистику, которую вы сказали. Да, действительно, статистика по американскому доллару слабая. Давайте мы посмотрим все-таки предыдущие вот эти столбики. Лично по моему мнению, любое падение по американскому доллару может предоставить хорошую возможность для покупок американских долларов. Но еще раз хочу подчеркнуть, уважаемые зрители, вы должны понимать, что это хорошая возможность для покупок американских долларов по основным валютным парам, которые не так сильно зависят от единой европейской валюты. Это, например, пара австралийский доллар-доллар, новозеландский доллар-доллар. То есть вот эти прыжки вверх против тренда, они рано или поздно предоставят возможность для открытия сделок в направлении нисходящего тренда, то есть в направлении длинных позиций по американскому доллару. И ни в коем случае по европейской валюте. Почему? Потому что по европейской валюте мы сказали, что ключевое событие — это завтра данные по инфляции. Так что перед данным по инфляции на фоне вот этих незначимых индикаторов делать выводов нельзя. Надеюсь, это было понятно. То есть все европейские валюты, евро, швейцарский франк, фунт, они не так сильно сейчас зависят от вот этих долларовых индикаторов. Если других вопросов нет, ставим свои плюсики по поводу нефти. Я много раз говорил, я не являюсь специалистом по нефти. Но вы сами понимаете, что вот эти неоправданные движения вниз — это заигрывание спекулянтов, заигрывание манипуляторов на финансовых рынках. Они имеют краткосрочный характер. То есть нефть очень скоро найдет свое дно и быстро развернется, и к уровням 60 пойдет очень быстро. То есть фундаментально оправданные уровни для нефти — это от 60 до 75 до 80. И я думаю, что во второй половине текущего года, то есть во второй половине 2015 года, нефть будет выше 70. То есть это имеет некий краткосрочный характер. Но с целью, подчеркиваю, краткосрочный не значит в этом случае день, два или три. То, что мы говорили. То есть на долгосрочных графиках, когда мы включим линейный график на месячном формате, увидим через несколько месяцев, там через год, что это была такая переизбыточная впадина, которая очень быстро исчезнет. Это классические заигрывания манипуляторов. Так что по нефти нельзя беспокоиться. Нет никакой зависимости в текущей ситуации между американским долларом и между ценами на нефть в такой сильной степени. Сенцов Евгений, если завтра данные по Европе выйдут плохие, это уже ваше решение. Я не говорил ни о каких сделках, Сенцов Евгений. Я никогда не буду давать никаких прогнозов, никаких рекомендаций для сделок. Почему? Потому что любой аналитический обзор имеет чисто аналитический характер, не является рекомендацией для совершения сделок. Вот то, что у меня здесь написано. Обзор имеет исключительно информационный характер и не является рекомендацией по совершению сделок. Мы проводим анализы, толкуем текущую ситуацию, рассматриваем индикаторы, делаем некие выводы,
А кто как торгует, каждый для себя сам решает. Кто-то на фоне вот этой информации покупает, кто-то на фоне этой информации продает, исходя из своей личной стратегии. Хорошо, вижу, что других вопросов нет, то тогда пора прощаться. Всем хорошего вечера, прибыльных сделок, удачи. Не забывайте, что, как я уже озвучил, на этой неделе, скорее всего, ситуация по инфляции в Европе может сыграть ключевую роль для валютного рынка в ближайшее время. Я с целью подчеркиваю, может сыграть ключевую роль, а не то, что на 100%. Именно это событие является самым-самым важным, и нужно забывать о других событиях. Почему? Потому что если там не будет никакой сюрприз, нельзя ожидать каких-либо сильных движений. Но если вдруг инфляция действительно сильно будет отличаться от ожиданий, от предыдущих значений, это может существенно повлиять на евро и респективно на все валюты, связанные с единой европейской валютой. Мы их завтра обсудим. Так что до встречи. С вами был Василий Петков. Огромное вам спасибо. И всех, конечно, поздравляю с Рождеством, с наступающим праздником.